Всем привет! Как вы можете видеть, я сейчас наслаждаюсь чашечкой ароматного кофе здесь, на террасе уличного кафе в Барселоне. И заодно хочу рассказать вам немного о том, как можно заказать кофейку в каталонской столице. Несмотря на то, что Испания не очень известна своей кофейной культурой, этот напиток играет важную роль в жизни города. Множество кафешек расположено на каждом углу, особенно в центре города, и в каждом из них вам могут предложить различные виды кофе. Итак, если вы такие же кофеманы, как и я, или же вы просто любите выпить чашечку кофе с утра, чтобы проснуться, я расскажу вам о том, какие хитрости есть для заказа кофе в Барселоне. Дешевле всего насладиться чашечкой кофе можно за барной стойкой. За то, чтобы сделать это за столом внутри заведения, придется заплатить на несколько центов больше. И еще чуть-чуть за столик на террасе. На самом деле разница в цене не очень большая. Теперь разберемся с самыми распространенными видами кофе, которые можно попробовать в Барселоне. Куртадо – это эспрессо с добавлением небольшого количества молока. Кафе Кон Лече – кофе с молоком, как вы уже догадались, это кофе с молоком. Скорее всего, вас спросят, хотите ли вы добавить горячее молоко или натуральное, то есть комнатной температуры. Кафе Соло – это просто эспрессо без молока. Кафе Кон Йело – кофе со льдом – это то, что прекрасно подходит для жаркого лета. Кофе, лед и немного молока. Бон-бон – это вид кофе, очень похож на кортадо, но вместо обычного молока добавляют сгущенку. Карахио – это кофе с ликером на выбор. Кафе дескофеинадо – это кофе без кофеина. А тем, кто хочет попробовать чего-нибудь сладкого без дозы кофеина, рекомендую попробовать чоколадо кальенте – это густой горячий шоколад, который обычно подают с ложкой. А если добавить сверху немного взбитых сливок, то получится чоколадо суисо – шоколад по-швейцарски. Вот и все хитрости. Теперь вы легко можете заказать себе кофе по вкусу в Барселоне. До скорой встречи!